Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Больше рабочих мест. Республиканский Минтруд выступил с инициативой увеличить квоту трудоустройства для инвалидов. Паводок запаздывает. В Чувашии все готово к прохождению большой воды. Кирпичик за кирпичиком. Студент Михаил Федоров стал лучшим печником республики. Вся страна скорбит по погибшим в Кемерово. Завтра в России объявлен национальный траур. Только что на площади республики в Чебоксарах закончился митинг в память о жертвах трагедии. Глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Кемеровской области. Чувашия скорбит вместе с вами. Стойкости и мужества, скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в телеграмме, направленной губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Это страшная трагедия для всех россиян. Невосполнимая утрата для родителей, для близких родственников. Десятки взрослых людей ушли, десятки детей. Поэтому мы вчера уже проводили совещание, я задачи поставил. Все торгово-развлекательные центры, все кинозалы, все общественные места. И еще раз надо проверить, все ли делается со стороны ответственных должностных лиц для обеспечения безопасности людей. Я не знаю, как родители просто могут перенести все это. Дай Бог им терпения, наверное, дай Бог им смелости жить дальше. И найти, наверное, силы. Пришли для того, чтобы помянуть память их. И чтобы в следующий раз не повторялось это. Сегодня же высказать свою поддержку кемеровчанам собрались журналисты. В Зимней Вишне оборвались жизни многих детей, поэтому местом скорби стал памятник девочке Гале, которая погибла при бомбардировке Чебоксар в 1941 году. К мемориалу журналисты возложили алые розы и детские игрушки. Все сразу очень много захотели пойти. Тут, естественно, все не смогли приехать. Ну, что у кого работа, у кого что-то. Ну, вот, кто был свободен, приехали сразу сюда. Больше рабочих мест для инвалидов. Республиканский Минтруд выступил с инициативой увеличить квоту трудоустройства этой категории граждан. Поддержал ли инициативу Госсовет Чувашии? Об этом Ольга Пырочкина. Возьмем предприятие с численностью сотрудников 150 человек. По действующему законодательству 2%, то есть 3 рабочих места, должны быть предоставлены инвалидам. Республиканский Минтруд предлагает увеличить квоту с 2 до 3% на предприятиях с численностью сотрудников более 100 человек и с 1,5 до 2 там, где трудится от 35 до 100 человек. Ориентировочно прогнозируется обеспечить создание более 500 новых рабочих мест для инвалидов Чувашской республики. Инициатива бесспорно благая, однако не все так просто, отмечают депутаты. И они знают, о чем говорят. Большинство парламентариев возглавляют предприятия, компании или учреждения. Так, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования за дополнительную господдержку инвалидам. Однако считает, чтобы закон работал, квоты должны быть посильными для работодателей. В наших лечебных учреждениях многие вещи ведь еще отданы на аутсорсинг. Да? Например, охрана у нас на аутсорсинге, там, да? Питание тоже на аутсорсинге во многих лечебных учреждениях. Даже уборка помещений то находится на аутсорсинге. Поэтому возможности у лечебных учреждений такие большие. Мы должны здесь и понимать, да, где реально мы сможем их обеспечить работой. А то получится, что мы сейчас закон примем, а потом он будет невыполним. Тогда в чем смысл? Крупный застройщик Алексей Мурыгин увеличение квоты приветствует. Правда, с оговоркой. Не для любой отрасли это применимо. Специфика строительной отрасли, понимаете, она накладывает уже изначально определенные ограничения. Ведь наши работники, те, кто работает особенно на линии, проходят медосмотр, и там очень жесткие требования по состоянию здоровья. А вот Сергей Михеев, в чем подчинении менее 100 человек, отмечает, что даже на опасном производстве можно без риска трудоустроить человека с ограниченными возможностями. Я руковожу предприятием лакокрасочной отрасли. Это лакокрасочная отрасль под отрасль химической промышленности. И при этом я всегда нахожу место для человека с ограниченными возможностями.
значит, с облегченными условиями труда. Это или дело производства, ну, это вот буквально кабинетная работа, или же, значит, электротехник, который занимается обслуживанием определенных электрических сетей. Итог. Законопроект принят в первом чтении. Впереди, судя по всему, бурные дискуссии в комитетах и, возможно, доработка. Кроме вопроса о квотировании в повестке дня сессии Госсовета, сегодня было еще 14 пунктов. Депутаты привели законодательство в соответствии с федеральным, заслушали доклад о работе МВД и Счетной палаты за прошлый год. Ольга Пырочкина, Денис Ноздрюхин. Республика. Депутаты Государственной Думы единогласно приняли закон, который позволит заключать прямые договоры на оказание услуг ЖКХ. Что сулят поправки в жилищный кодекс, обсудили в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Новый закон ужесточит правила, а в перспективе должен повлиять и на платежную дисциплину. Перейти на прямые расчеты с потребителями поставщики могут, если коммунальщики на протяжении 2 месяцев не погашают долги. В республике уже приходилось распутывать мошеннические схемы управляющих компаний. Ряд УК вывели со счетов многомиллионные суммы. Поправки в жилищный кодекс помогут навести порядок в сфере ЖКХ. Прежде всего, городские власти должны теперь думать, как будете выстраивать отношения с управляющими организациями, с организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жителями многоквартирных жилых домов. Мы, допустим, уже привыкли, система налажена, когда люди напрямую оплачивают за электроэнергию, за газ поставщикам по отдельных территориях, по отдельным микрорайонам. Проблем очень много возникает. Прямые договоры теперь могут быть заключены на поставку холодной и горячей воды, отопления, а также вывоз мусора. Отказаться от услуг управляющих компаний федеральный закон позволит и собственникам жилья. Это собрание жителей многоквартирных жилых домов, которые на своих собраниях решают, как, соответственно, найти варианты решения и разрешения. И во избежание появления и защиты граждан от двойных квитанций о заключении таковых договоров, об изменениях, уведомляется орган государственного жилищного надзора. У вас сейчас дополнительные полномочия появляются. В региональном Минстрое уже готовятся перейти на новую систему расчетов. Сейчас еще выйдут подзаконные акты, потому что это изменение в жилищный кодекс Российской Федерации. Не совсем понятно пока вот из тех формулировок, которые есть в законе, как производить начисление за общедомовые нужды, потому что сейчас, скажем, эта статья затрат входит у нас в жилищные услуги. Систему прямых расчетов без посредников Минстрой и Республики называют наиболее прозрачной. Эта норма у нас работает, ну и, скажем, просто стала более законным ее применение. Вот, допустим, Чувашская энергосбытовая компания, наши электрики, у них по закону об электроэнергетике была возможность еще до принятия этого федерального закона о внесении изменений в жилищный кодекс возможность расторгнуть договор энергоснабжения с управляющей компанией. В приоритете, и в любом случае, мы будем в этом направлении двигаться, что у нас люди и жители Чувашской республики будут оплачивать счета напрямую ресурсоснабжающим организациям. Ожидается, что новый закон вступит в силу в апреле. Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук, Андрей Шоклев и Борис Андреев. Республика. Паводок в Чувашии запаздывает. Обычно большая вода приходила в республику 3-7 апреля. В этом году пик ожидается только к 12 апреля. По данным специалистов, высота сугробов сейчас на 3 сантиметра выше нормы. И количество влаги в них составляет 85%. Но почва переувлажнена, а это, в свою очередь, может сыграть злую шутку. В этом году в паводковый период в республике в зону возможного затопления попадают 55 населенных пунктов. В зону подтопления попадут 16 муниципальных образований, об этом мы все знаем, и все силы и средства уже расставлены. На территории республики населенных пунктов, которые могут быть отрезаны во время паводка от жизнеобеспечения, нет. И все проблемные вопросы у нас на особом контроле. По Цивильску мы все вопросы разрешили, то сегодня уже на особый контроль выходит город АллатРь и АллатРьский район. Одним из факторов обострения паводковой ситуации является обстановка на Пензенском водохранилище, а также на реке АллатРь на территории Республики Мордовия. Связь держим с Пензенской областью, потому что многое будет зависеть, как будет водохранилище Пензенское сбрасывать воду в Суру
И с Мордовией, это река Алатырь, район Тургенева, как оттуда пойдет вода. Поэтому вот эти два фактора, они будут ключевыми в этом направлении. Мы ежедневно обмениваемся информацией. Мониторинг, контроль есть. По словам председателя ГКЧС, республика к паводку готова. Силы и средства есть, материальных ресурсов достаточно. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Сдал оружие, получи вознаграждение и спи спокойно. Росгвардия Чувашии предлагает гражданам разоружиться и добровольно сдать незарегистрированное огнестрельное оружие или боеприпасы. Подробнее Рифат Фаткулин. Карабины, винтовки, газовые травматические пистолеты, гладкоствольное и нарезное охотничье оружие. Сегодня в Чувашии зарегистрировано 16,5 тысяч человек, у которых на хранении находится 26 тысяч единиц различного вида оружия. Добровольно сдать в полицию артефакты за вознаграждение стало возможно 4 года назад. И только за 2017 год в органы внутренних дел и подразделения Росгвардии принесли 75 единиц огнестрельного оружия, более 50 тысяч патронов различного калибра, 7 взрывных устройств и 1 килограмм пороха. Программой с начала года успели воспользоваться 17 человек. Они сдали почти 20 единиц оружия. Самый живой пример за февраль месяц только один из жителей Чебоксарского района привез 3 единицы оружия, которые он нашел в поле во время охоты. И за это полагается ему вознаграждение более 8 тысяч рублей за каждую единицу. Вот представьте, если он сдал 3 единицы, значит где-то 24 тысячи рублей он получит на руки. Пистолеты, ружья, самодельные обрезы зачастую фигурируют в криминальных сводках. Так, в прошлом году из незаконного оборота было изъято 140 единиц оружия и более 1000 боеприпасов. На этот год в Чувашии на добровольную сдачу выделено более 400 тысяч рублей. В последнее время вал пошел в город, как бы с населенных пунктов, деревень. Люди приезжают к нам, сдают эти оружия, и мы им за добросовестные отношения как гражданскому долгу, мы им выплачиваем эти деньги. Росгвардия Чувашии напоминает, незаконные приобретения, сбыт, хранение, передача, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика. В Маргаушском районе перед судом предстанет сельский депутат и его сообщник. 30-летний депутат собрания депутатов Караевского сельского поселения Красноармейского района и его 23-летний сообщник обвиняются в краже передвижного прицепа вагона дома. Ущерб оценивается в 210 тысяч рублей. Свою вину обвиняемые признали в полном объеме. Кроме того, в целях установления их причастности к указанному деянию следователями допрошен ряд свидетелей, а также назначена и проведена судебная товароведческая экспертиза. Похищенный вагон-дом в настоящее время возвращен собственнику. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Маргаушский районный суд для рассмотрения по существу. Они стремятся ко всему новому, заряжая коллег своим энтузиазмом и активностью. 17 педагогов из Чебоксар вступили в борьбу за титул «Учитель года 2018». В столичной школе номер 43 конкурсанты провели открытые уроки в незнакомом классе и в присутствии строгого жюри. Какие нестандартные приемы и методы использовали учителя, чтобы донести материал до школьников и проявить себя, узнавал Рифат Фаткулин. Незнакомый класс, другая школа. От учителя требуется не только на отлично провести урок, но и быстро найти контакты с детьми. Что такое витамин С, как он влияет на живой организм и какие тайны в себе скрывает. В новую тему восьмиклассники погрузились вместе с Ангелиной Потаповой. Преподаватель учит своих подопечных прежде всего рассуждать и решать примеры не только из учебников, но и из жизни. Так что новые знания точно отложатся в их головах. В рамках моего урока предусмотрены сельдовская работа, то есть практическая работа по выявлению витамина С. Также главной целью моего урока является то, чтобы сформировать здоровый образ жизни у учеников, то есть выявить те условия, которые негативно влияют на наше здоровье. На моих уроках я стараюсь доступно объяснять моим ученикам, потому что я использую современные технологии, так же, как кейс-технология, также проблемные уроки использую, потому что, когда ставятся перед учениками проблемные ситуации, они лучше воспринимают материал сами, извлекают цель из данного урока, также строят задачи. На таком уроке солируют ученики, а учитель выступает в качестве помощника. Педагогический стаж у Ангелины Потаповой всего 3 года. Зато есть главное – желание научить. Доверительная атмосфера, оригинальные задания, активность.
Активная работа в группах помогает восьмиклассникам легко постичь основы химии. Взяли воду, а потом добавили туда йод. Он стал темным. Потом добавили лимонную кислоту. Я начал обесцвечиваться, стал серый. И как его, лимонная кислота, она обесцвечивает продукты всякие. А это урок чувашского языка для 3 класса. Дети изучают цифры от 1 до 10. Ни слова на русском. Каждая минута на счету. Здесь и вопросы, и пояснения, и, что самое главное, диалоги. Как мы знаем, дети все любят играть. И мы с детьми сегодня от души поиграли. И, конечно же, телефонные номера теперь они могут сказать на чувашском. Они могут в магазине спросить, сколько стоит тот или иной товар. Главная моя задача, чтобы дети могли разговаривать на чувашском языке. Не писать и читать. Это тоже важно. Самое главное – разговаривать. Чтобы с бабушками, с дедушками могли свободно общаться. За работой конкурсантов внимательно следят члены комиссии. Дальше идем. Показать все то, что он умеет, знает и хотел бы сделать в школе, в которой он новый человек, он пришел из своей школы, и учеников он тоже не знает. В процессе урока 20 минут длится этот урок. Нужно выложить все свои знания, весь свой багаж, все свои умения продемонстрировать. Каждый с этим справляется, но учителя очень достойны, все достойны. Открытый урок – только одно из конкурсных заданий. Мастер-класс также они показывают для аудитории учительской. В первый день мы отбираем наибольшее количество набравших баллов учителей, и уже они проходят во второй тур. Сегодня вечером после 2 конкурсных заданий мы раздаем им темы педсоветов. Они их еще не знают, это будет для них ново. За ночь они должны будут подготовить эти темы, и завтра уже они будут выступать с этими темами для экспертной комиссии. Сделать учительский труд престижным, выявить талантливых педагогов и открыть новые имена в образовании – это главная цель конкурса. Лучшему учителю Чебоксара предстоит защищать честь города на республиканском уровне. Рифат Фаткуллин, Борис Андреев, Республика. Студент Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства стал победителем национального чемпионата по компетенции «Печное дело». Соревнования прошли в Нижнем Новгороде. За победу боролись 6 конкурсантов, победители региональных этапов. С лучшим печником республики и страны познакомилась Татьяна Леонтьева. Легких ударов молотком, и кирпич садится в ряд. Для проверки уровень. Кладка должна быть ровной по горизонтали и по вертикали. Кирпич с кирпичом Миша Федоров выкладывает печную трубу четверик. Так называется кладка в 4 кирпича. С арочным зонтом уходит где-то 10 часов с штукатуркой. За работой студента внимательно следит педагог Василий Сафронов. Здесь идеально. Отлично. И горизонталь еще. Горизонтально так, что... Вот так на протяжении нескольких недель с утра до вечера они вместе отрабатывали конкурсные задания. Их было 4. 1 теоретическое и 3 практических. Труба четверик, варочная плита и отопительный щиток. Самое сложное было, по мне, это плита. Почему? Почему? Там как бы этот слишком много кирпичей идет, и внутри также надо кирпичи резать, там еще дверки есть. Юноша признается, на чемпионат ехал только за 1-м местом. Уверенность, настрой и профессионализм – качество победителя. У него, конечно, и приемы выполнения кладки качественные. И как он соблюдает технику безопасности, вот, технологии выполнения кладки. Миша, он... Во-первых, послушный и внимательный, мимо ушей не пропускает никогда и схватывает сразу и выполняет на отлично. Миша учится на 2-м курсе по специальности техник-строитель. Его рабочая профессия – каменщик. Но себя он видит именно в печном деле. Каменщиков много, как бы, учится, а
печников как бы становится все меньше и меньше. Мне уже предложили работу, как бы сначала стать учеником, смотреть, учиться. Потом уже предлагают самому объекты в домах строить также печи, камины. Компетенция печное дело в соревнованиях WorldSkills пока демонстрационная. В будущем она войдет в список основных. И случится это должно на следующих региональных чемпионатах рабочих профессий. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Вчера театр, сегодня русский язык, завтра спорт. В пришкольных лагерях скучать детям не дают. Как проводят весенние каникулы ученики столичной 49-й школы, расскажет Ирина Волкова. Новый день, новая тема и новое задание. Вот мальчишки изучают школу, считают окна, выходящие во внутренний двор. Задание переменного марафона. По 4 окна мы умножали на каждый этаж. Если на одном этаже 60 окон, то на двух 120, на третьем и втором этаже. 150 окон входят в внутренний двор. У кого со счетом не так легко, смогут подтянуть математику в четверг. Тут каждый день не похож на предыдущий. Вчера был театр, сегодня русский язык, завтра спорт. Серьезные задания на классных утренних занятиях, где готовят к всероссийской проверочной работе. А после них развлекательно-обучающие марафоны. Тут есть специальные слова, которые можно догадаться. Не на знание, а на логику. На школьных уроках там существует свой регламент, да, дети закрепочены, как-то порядок нужно, дисциплину соблюдать. Ну, иногда лишний раз не встать, надо поднять руку, да, для того, чтобы ответить. А здесь ребята раскрепощены, они могут в свободной форме задать нужный, заинтересованный вопрос. Если им даже стесняется на уроке задать этот вопрос, то здесь уже они раскрепощены. Чем-то напоминает игру по станциям. Решил тест на ПДД, дальше своей группой мастерить, например, птичек солнца. В русском народе была традиция делать птицу солнца из дерева и подвешивать ее под потолок, чтобы в избе всегда светило солнце, приносило счастье, удачу и, конечно, добро. Вот мы и решили сделать таких птиц красного-розового цвета и подвесить, чтобы у нас светило солнышко, чтобы весна скорее пришла. У другого мини-отряда пение. Скучно, а так можно приходить в школу, видеться с друзьями. Проводить свободное время. Да. Тут очень весело. Здесь, например, если ты был с кем-то незнакомый из групп, из других классов, то можно познакомиться. Я с девочками тогда не был знаком из других классов, теперь знаком. 3 часа пришкольного лагеря насыщены событиями. После обеда дети отправляются домой. Так проводят весенние каникулы более 1200 учеников. Но и вне школ для них организованы мероприятия. Продолжают работать кружки и секции, учреждения дополнительного образования, школьные музеи. Более 1000 ребят пройдут экскурсионными маршрутами, изучая историю нашего города в рамках проекта «Живые уроки». На время каникул в Чебоксарах открылось 25 пришкольных лагерей. Весенний отдых школьников завершится 1 апреля. Ирина Волкова, Атнер Корсаков, Республика. «Свобода» снова собирает друзей. Чувашская общественная организация соцподдержки и защиты граждан организует творческий инклюзивный концерт. На сцену ДК Хузангая выйдут люди с инвалидностью и артисты Чувашии. Концерт, который состоится 30 марта в 17:00, посвятят Всемирному дню счастья. Наш концерт инклюзивный. Все наши мероприятия направлены как раз вот на создание такого здорового климата в обществе, вот, чтобы ребятки с инвалидностью поверили в себя. Одна из наших основных целей – это снять, размыть вот эти психологические барьеры, которые, к сожалению, сохраняются в нашем обществе. Мы же все равны, все едины, и наличие инвалидности, каких-то болезней ни в коем случае не должно препятствовать общению, взаимопониманию, взаимоуважению и взаимодействию. «Свобода» собирает друзей. 30 марта, 17:00, ДК Хузангая. Состоится благотворительный концерт, приуроченный Международному дню счастья. Это будет добрый концерт и невероятный калейдоскоп разноплановых артистов. Мы ждем встречи с вами. В конце прошлого года в Чувашии была создана Федерация современного пятиборья. В Минюсте общественная организация была зарегистрирована 1 декабря, а спустя всего 2 недели получила аккредитацию Федерации современного пятиборья России. Президентом федерации избран Алексей Мурыгин.
Пятиборье – это 5 дисциплин. Это плавание, бег, стрельба или залазного пистолета, это фехтование и конкур, то есть преодоление препятствий на коне. На сегодняшний день вся материально-техническая база, она в республике есть, и созданы все условия для развития данного вида спорта. Мы планируем и уже 7 апреля текущего года будем проводить первые в истории Чувашии старты по лазарану, которые я буду проводить среди учащихся школ. К началу учебного года, 2018 года, это официальное открытие отделения пятиборья на базе 3-й школы Олимпийского резерва Новочебоксарска. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чувашия. Берегите друг друга.